Давайте поговорим об этой жизненно важной теме с доктором Джоэлом Робинсом, практикующим хирургом и врачом-натуропатом. Более чем за 20 лет через его руки прошло 100 тысяч пациентов. Доктор Робинс написал несколько книг о здоровом образе жизни и постоянно ездит по стране с лекциями и участвует в различных конференциях. ВВС США вызвали доктора Робинса в Вашингтон на консультацию относительно мер по укреплению здоровья пилотов. Доктор Робинс – это человек, который сам следует собственным советам. Свои 47, он выглядит на 30. А теперь внимание. Доктор Робинс сейчас поделится с нами информацией о том, что он считает наиболее значительной угрозой для своего здоровья и здоровья своей семьи. В чем причина болезни? В традиционной медицине и, к сожалению, также в нетрадиционной медицине мы обычно изучаем симптомы и говорим, какой же метод лечения будет наиболее эффективен при таких симптомах и таком диагнозе. Лекарственные препараты, операция, травы, акупунктура. Что же нам выбрать? Но наша ошибка в том, что мы не задаем себе главный вопрос. В чем же причина? Если вы страдаете от головной боли и идете к врачу, он выписывает вам аспирин. Вы принимаете аспирин, головная боль проходит. Логически размышляя, мы приходим к следующему выводу. Причина головной боли – недостаток аспирина. Но это невозможно. Недостаток ацетилсалициловой кислоты не может быть причиной головной боли. Итак, мы не разобрались, в чем причина заболевания. Представьте себе, что у вас дома сработала противопожарная сигнализация, и вы бежите к ней, чтобы перерезать провода. Сирена затихает, и вы думаете, раз противопожарная сигнализация угомонилась, значит нет никакого пожара. Это просто смешно. Пока мы занимаемся последствиями и не обращаем внимания на причины нашего плохого самочувствия, мы продолжаем ослаблять организм. Я думаю, что одной из основных причин заболеваний является самоинтоксикация организма. Интоксикация значит отравление. Мы с вами отравляем свой организм своим образом жизни. В большинстве случаев это происходит из-за нашего невежества. Какова основная причина интоксикации? Это плохая работа систем пищеварения и непроходимость кишечника. Вы скажете, что это просто смешно. Но дело в том, что есть более сотни достоверных медицинских исследований, которые подтверждают обратное. Мы представляем вам интересную информацию о кишечнике. Вот что утверждает Королевское медицинское общество Великобритании. Более 65 различных заболеваний так или иначе связаны с непроходимостью кишечника. Доктор Энтони Бадзер, преподаватель гастроэнтерологии из Нью-Йорка, после 25 лет исследований пришел к выводу о том, что каждый врач должен осознавать, что проблема кишечника – это причина многочисленных заболеваний. И это правильная мысль. Я обучался традиционной и нетрадиционной медицине, а между тем, мне никогда не говорили о том, что существует связь между состоянием кишечника и состоянием здоровья. И это очень печально. Но после многих лет работы и многочисленных исследований, мы можем с уверенностью утверждать, что состояние кишечника имеет решающее значение. Сейчас мы узнаем, как непроходимость кишечника влияет на организм человека и вызывает серьезные заболевания. Мы узнаем, что такое самоинтоксикация, каковы ее причины и как от нее избавиться. У многих из вас есть различные заболевания и проблемы со здоровьем, и вы не знаете, как с ними бороться. А теперь внимание, мы дадим вам надежду и подскажем решение ваших проблем. Чтобы понять, какое отношение имеет самоинтоксикация и непроходимость кишечника к проблемам со здоровьем, нам понадобится экспресс-урок анатомии. Процесс пищеварения начинается во рту. В процессе пережевывания пищи слюна смешивается с пищей. Слюна содержит энзимы, которые способствуют начальному перевариванию пищи. Мы глотаем пищу, и она опускается в желудок, где процесс пищеварения продолжается. Оттуда еда перемещается в тонкий кишечник, где процесс пищеварения завершается, и волокна тонкого кишечника впитывают питательные элементы. После того, как пища переварена и питательные элементы усвоены, она переходит в толстый кишечник, где она превращается в фекальную массу. Вот схема вашего тонкого кишечника. Она приблизительно 25 фунтов в длину и шириной с большой палец руки.
Если пища нездорова, то она вызывает образование пленки, которая блокирует работу кишечных форсинок и не позволяет питательным веществам усваиваться. И сколько бы витаминов вы ни принимали, вы будете выбрасывать деньги на ветер. Эта схема показывает нам нормальное движение пищи по тонкому кишечнику. Когда в толстой кишке она превращается в фекальную массу и выводится через прямую кишку, в организм поступает пища, и через положенное количество времени она выводится. На этой схеме мы наблюдаем замедленную работу системы пищеварения, когда пища, принятая в разное время, скапливается в толстой кишке. Последствием этого становится запор и интоксикация организма. Считается, что пища должна выводиться из организма 2-3 раза в день, если вы едите 3 раза в день. Опорожнение желудка должно быть без усилий, без запаха и с хорошо оформленными фекальными массами. Вы должны чувствовать, что вы очистили свой организм. Доктор Норман Уокер, который, кстати сказать, дожил до 101 года, был одним из первых, кто серьезно заговорил о важности состояния кишечника. Он утверждал, что из 100 тысяч вскрытий, на которых он присутствовал, он может вспомнить не более 10% случаев с нормальным кишечником. Доктор Уильям Хантер говорил, что кишечник — это дренажная система организма, но если с ним неправильно обращаться, то он превратится в источник токсинов, который распространяется по всему организму. Сейчас я объясню, что я имею в виду, когда говорю о регулярном опорожнении желудка. Если вы едите один раз в день, пища должна выводиться один раз в день. А если три, то она должна выводиться 3 раза, как это происходит у младенцев. Младенца кормят, а через 20 минут его организм выводит пищу. А теперь я хочу задать вам вопрос. Если вы едите 3 раза в день, а ваш организм выводит пищу один раз в день или даже в 10 дней, и такие жалобы поступали от пациентов, то вопрос в том, что же происходит с этой едой? Сейчас мы это узнаем. Вот так выглядит нормальный кишечник. Это ободочная кишка, тощая кишка, подвздошная кишка, сигмовидная кишка и прямая кишка. Что же будет, если хотя бы часть кишечника работает не так, как надо? Токсины заполнят весь организм. Вот что происходит с нашим организмом, если он регулярно не выводит остатки пищеварительного процесса. Как вы думаете, что произойдет, если мы возьмем гамбургер, положим его в пластиковый пакет и оставим на кухонном столе? Как этот гамбургер будет пахнуть через неделю, а через несколько лет? Вот что происходит в нашем организме, если он не выводит остатки пищи. Вот несколько рентгеновских снимков пациентов с больным кишечником. Это белая область, кишечник. Обратите внимание, насколько эти кишечники раздуты и деформированы. Очевидно, что это показатель нездоровья. Одна из причин неправильного пищеварения – дивертикулез, результатом которого является формирование небольших отростков. Вы можете видеть их на рисунке. Причина их возникновения – застой в кишечнике, как результат нерегулярного опорожнения. Внутри отростков могут возникать очаги инфекции. А ведь для того, чтобы не возникло таких проблем, достаточно всего лишь регулярно опорожнять желудок. Мы видим, что кишечник спазмирован. Естественно, спазмированная зона не позволяет осуществлять нормальное опорожнение. И это прямое последствие стресса. Болезнь в таком случае неизбежна, так как фекальные массы застаиваются в кишечнике годами. Одним из результатов небрежного отношения к собственному кишечнику может стать колостомия. В этом случае фекальные массы выводятся через отверстие в брюшной полости, которое открывается хирургическим путем. Давайте поговорим об одной из самых серьезных проблем в США – проблеме избыточного веса. По словам главы Департамента здравоохранения США, более 61% взрослого населения страдает от избыточного веса. И это ужасно, это настоящая трагедия. Есть несколько моментов, связанных с ошлакованностью кишечника, которые напрямую связаны с избыточным весом. Первая причина – скопление отходов в кишечнике.
По мнению доктора Кэрол Портер из Лос-Анджелеса, очищение организма и снижение веса непосредственно связаны друг с другом, так как таким образом мы боремся с причиной, а не с симптомами. Как я уже говорил до этого, кишечник может увеличиваться до 5 раз по сравнению со своим нормальным размером. Он раздувается от токсинов, которые накапливаются, и вы можете видеть, как провисает кишечник, переполненный фекальными массами, из-за нерегулярного опорожнения. Под тяжестью фекальных масс кишечник провисает и давит на органы, расположенные в нижней части брюшной полости, мочевой пузырь, простату, матку, что приводит к негативным последствиям. На этой схеме изображена брюшная полость женщины. Это матка, яичники и кишечник. Если кишечник опускается, он давит на матку. Каковы последствия? Инфекция, кисты и даже бесплодие. Algunas de las consecuencias de un colon caído son que puede causar infecciones femeninas, quistes y hasta problemas de reproducción. Эта схема нормального расположения органов брюшной полости мужчины. Посмотрите, как близко расположен кишечник по отношению к мочевому пузырю и простате. В качестве последствий можно назвать проблемы с простатой, бесплодие и даже снижение сексуальной активности. У меня есть пациенты, которые жалуются на снижение памяти, низкую работоспособность. Доктор Сатерли и Элдридж утверждают, что 518 случаев, когда пациенты жаловались на рассеянное внимание, расстройство памяти, раздражительность, беспричинные страхи, депрессию и суицидальный синдром, все были связаны с неудовлетворительным состоянием кишечника. Это очень важная информация. По данным клиники Мая, 60 миллионов американцев страдают от повышенной кислотности. Невероятно, но факт. Повышенная кислотность, несварение желудка и отрыжка — все эти симптомы зашлакованности кишечника. Но при этом мы не обращаем внимания на основную причину происходящего. Теперь, когда мы знаем, что основная причина всех этих недомоганий — это запор и зашлакованность кишечника, необходимо узнать, как же может организм избавиться от отходов. Существует 5 основных способов, при помощи которых организм очищается от отходов. Но при этом ни один из этих способов не предназначен для вывода токсинов. Первый способ выведения отходов — это кишечник. Вздутие кишечника — это еще одна из разновидностей болезни кишечника. Это происходит, когда кишечник увеличивается в 5 раз по сравнению со своим нормальным размером. Это связано только с тем, что остатки пищи выводятся из организма нерегулярно. Последствия таковы — отходы оседают на стенках кишечника и остаются там несколько дней или недель. Мы часто видим людей, по сути, стройных, но с большим животом, и у нас возникает вопрос, с чем же это связано? Теперь вы знаете ответ. Еще один аспект — неприятный запах изо рта. Это еще один признак того, что ваш кишечник не в порядке. Это означает, что организм впитывает токсины и пытается выводить их через легкие. Время поговорить о втором пути выведения отходов — о печени. Основная функция печени — очистка крови. Если кишечник забит токсинами, то на печень ложится дополнительная нагрузка. Есть симптомы, которые четко на это указывают. Например, головная боль — это сигнал того, что мозг не устраивает качество крови, фильтруемое через печень. Наблюдается упадок сил и даже проблемы с памятью, так как в вашей крови токсины, они не позволяют вам хорошо соображать. Снижается либидо, поднимается уровень холестерина, так как печень уже не успевает регулировать его уровень в крови. Имеет место также болезни суставов и проблемы с весом. Помните, что все вышеперечисленные проблемы вызываются токсинами, которые всасываются через стенки кишечника. Третья линия обороны — это почки. Так как первая линия обороны — кишечник — выведен из строя, то почки вынуждены брать на себя больше работы, и, следовательно, возникает заболевание почек. Какие могут быть последствия? От проблем с артериальным давлением до инфекции мочеполовой системы и почек. Следующий путь выведения отходов — легкие. Легкие также вовлекаются в процесс борьбы с рядом токсинов. Мы уже говорили о неприятном запахе изо рта, а еще есть астма, аллергия. Верьте или нет, но все это последствия токсинов, которые всасываются кишечником. Пятый путь выведения отходов — наша кожа. Это самый большой по площади орган очищения организма.
Но если кишечник забит и печень не работает, а почки перегружены, то кожа работает за них. И тогда возникает проблема с кожей, акне, экзема, псориаз и так далее. И причина всего этого – проблема с пищеварением. Вы принимаете душ каждый день, чтобы ваше тело было чистым снаружи. Почему бы вам не поддержать также чистоту вашего организма изнутри?